у автомобилиста. 58-й Обидин, 51-й Литовченко и 16-й Плет. Тройка нападающих. Защитники Бодров 33-й, Манкин 23-й номер. Это к воротам прорывается. Как здорово на самом деле. Авцин едва не забивает. Едва не открывает счет. Сначала такое вроде жильное было. И вот самый первый отрезок. Так, так, упал там игрок трактора, и вот бегут вперед екатеринбуржцы и забивают, Первое звено, естественно, сделает это Брукс Мейс. Да, очень там не вовремя при возвращении из чужой. Сейчас, в принципе, автомобилист на вторую там забросит. Но если вспоминать, вот она, вторая шайба, да, ничего не надо вспоминать. И Брукс Мейс забивает второй раз в этом матче. Тубль. Таким образом, 17-й номер автомобилиста делает. И уж вот эта возможность хорошая была, но бросок не точно. Подключился защитник из глубины зоны, приехал. Или не защитник. Или это все-таки был, мы сейчас повтор наверняка увидим, но Владимир Бубылев, кажется, не номер. Ну и вот что, теперь уже, наверное, удаление будет, потому что Влада Брагина не доходит, а чтобы включить конфликт на пятаке перед воротами Якуба Коваржа. Ну а у нас пауза. Она против трактора, вот он так бросает, а сейчас. Передача Гики, и какой красивый гол забивает трактор в формате 4-4. Ник Бейлен, защитник, отличился в этом моменте. Гика ему классную передачу отдал, но пауза. Игроков был он в Минском «Динамо» еще. Играл там по 30, а то и больше очков за сезон. Один раз 37 у него было. Галимов выручает. Не вышло шайбы из зоны. Попов, передача. А здесь из-за ворота. И опять успевает все-таки щиток положить и закрыть. Минуты. Автомобилисту сейчас важно поиграть в чужой зоне. Дацук отдает на синюю линию. Василевский бросает и забивает. И вот это, пожалуй, уже очень близко к победе. Но Алексей Василевский в третьем периоде сблокировал бросок Седлак. И Томас бросает. Ну, надо было там работать на пятаке. А это Джефф Плетт 4-1. Ну, вот это уже точно конец для трактора. Потому что три отыграть они не смогут.